часто снится сон. Тема далека, какие-то доисторические времена. Слышу вопли, крики, кого-то прогоняю. Все, больше бояться нечего, просыпаюсь. Все, больше бояться нечего, просыпаюсь. Все, больше бояться нечего, просыпаюсь. Был ли зверь, а внутренний голос нет? Но все равно чего-то боюсь в ответ. Беспокойное сердце тукает в груди. Что ожидает там впереди? Был ли зверь, а внутренний голос нет? Но все равно чего-то боюсь в ответ. Всего лишь простой инженер, которого, возможно, сегодня сократят, как пример. Я не могу шевельнуться от страха за будущее. Разумно ли сегодня надеяться на лучшее? Разумно ли сегодня надеяться на лучшее? Разумно ли сегодня надеяться на лучшее?